أكبر الله أكبر الله أكبر. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир вам, милость и благоденствие от Аллаха. Сегодня, несколько изменив формат нашей программы, мы попытаемся в нескольких передачах поговорить об основах системы вероубеждения мусульман, подняв такие вопросы, как соотношение веры и разума, веры и рационального понимания мира, соотношение знаний и веры, осмысленности и понимания веры в современном мире. Я хотел бы представить сегодняшних гостей нашей программы. Это профессор Адыгейского государственного университета, кандидат физико-математических наук Мухаммед Шумафов и имам соборной мечети города Майкопа Дзиукожев Анзор. Сегодняшние проблемы современного мира, на мой взгляд, коренятся в глубоком непонимании и неосознании накопившихся проблем современности. Одна из них – отсутствие религиозного сознания, выхолощенности, омерщвления современного человека, отсутствие морально-нравственных ориентиров в мире. Поэтому интересно было узнать, как ислам смотрит на понимание веры, присуща ли вера человеку по его естеству, органично ли она ему, приходит ли в этот мир человек с рождения, в утробе матери уже, наполненным потенциальной предпосылкой веры. Что на это скажет? Ну, если посмотреть на то, что говорит ислам, то многие ученые ислама говорят о том, что потребность человека в вере так же велика, как его потребность в еде и в пище, и даже в воздухе, в котором, в кислороде, в котором, что он дышит. В хадисе посланник Мухаммад говорит, что каждый ребенок, который появляется на этот свет, рождается с присущим ему природным чувством веры, то есть веры в одного Бога, в одного Создателя. Но атмосфера, в которой вырастает этот ребенок, та или иная атмосфера, зачастую искажает его, его единобожие, его веру в единого Создателя. Ограничивается ли вера в исламе присутствием ее в душе и сердце? Так часто говорят люди, отвечая на вопрос, уверовал ли ты в своего Творца, следуешь ли ты предписаниям своей религии. Распространенным ответом считается у большинства людей, что вера должна как бы присутствовать и наличествовать только в его сердце и душе, и ограничиваться только этим. Действительно ли ислам предписывает что-то иное, и проявление веры и его плодов должно находить иные выражения? Ну вот здесь мы, если взглянем на само слово «ислам» и посмотрим на значение этого слова, то увидим, что с арабского это слово значит «покорность», «покорность Всевышнему Аллаху». И Всевышний Аллах не назвал религию, эту религию, иманом, то есть просто верой, а назвал ее «ислам», что подразумевает под собой покорность Всевышнему Аллаху, которая выражается в чем? В совершении благих деяний человеком на этом свете. И, конечно же, вера человека, дела благие, которые он совершает в этом мире, это неотъемлемая часть его веры. И эта концепция, это утверждение является догмой, основным тезисом в исламском вероубеждении, на которое сошлись, скажем так, подавляющее большинство ученых. И Всевышний Аллах ни в одном аяте, как его посланник, ни в одном хадисе называют совершение благих деяний верой, что указывает на их на неотъемлемую часть того, что в сердце человека и того, что он творит на этом свете. И в одном из аятов Всевышний Аллах называет намаз, то есть молитву, которую совершает человек, верой. В другом хадисе уже наш посланник Мухаммад называет совершение благих деяний чем верой во Всевышнего Аллаха. Так он говорит, что даже убрав ту или иную вещь, которая мешает путнику с дороги, человек проявляет что? То есть это само действие является частью веры. Считается еще
им стереотипные представления сформировались в умах людей. Зачастую, наверное, это все-таки наследие того прошлого воспитания, которое мы унаследовали. И одним из тезисов этих заблуждений иногда и неясных представлений заключается в том, что люди часто говорят о том, что верить глупо и либо верить вредно. Как история ислама и развитие исламской мысли отвечает на этот вопрос? Ассаламу алейкум. Вера в единого, единственного Бога всегда присутствовала в сознании и душах мусульманских ученых. Об этом однозначно свидетельствуют исторические факты, историческая наука. Ну, к примеру, если взять 8-9 век, на заре становления ислама, во многих странах исламского халифата, от Испании до Китая, были организованы, созданы исламские университеты, причем университеты в современном понимании этого слова, где преподавались как светские и религиозные науки. И очень интересным является тот факт, что первый в истории человечества университет, вот, в современном понимании этого слова, возник именно в исламском халифате в городе Фес, Марокко, в 859 году. Для сравнения я скажу, что в Европе самый старейший университет возник лишь где-то 250 лет спустя, в 1088 году, в городе Болонь в Италии, и то по образцу исламских университетов. Можно, извините, сказать, что рациональное и религиозное соседствует в исламе. Естественно, и ислам никогда не противоречит религии как таковой, а рука об руку идет. Да, вот, к сожалению, в нашем обществе в течение вот десятилетий в результате вот атеистической пропаганды, которая велась вот непрестанно и которому мы подвергались, сложилось такое вот неверное представление о том, что якобы наука и религия противоречат друг другу, являются антиподами и несовместимы между собой. Но ислам всегда рассматривал религию и науку как сестры-близнецы, ибо вера в единственного Бога – это вот естественное состояние человеческого духа. Именно вера вот в Бога, о том, что Бог создал эту вселенную, вложил в нее законы, вот это чувство руководило мусульманских ученых, когда они вот делали великие открытия. Именно эта вера подвигла их на великие открытия. Об этом свидетельствуют исторические факты. Ну, например, хотя бы назвать такое имя, как Аль-Бируни. Аль-Бируни оставил фундаментальные труды почти во всех областях науки, особенно в физике, в астрономии, в химии и так далее. Ну, вот Аль-Бируни, например, первым в истории человечества измерил радиус земного шара. Еще в X веке Аль-Бируни знал, что Земля имеет форму шара. Откуда он знал? Он знал из Корана. В Коране есть аят, где говорится о том, что мы создали Землю, имеющую форму яйца. То есть уже Аль-Бируни из Корана имел информацию о том, что Земля имеет форму яйца. Ну и в первом приближении он, приняв Землю за шар, он вычислил радиус земного шара. Аль-Бируни оставил фундаментальные труды также и в физике. Вот его труды по теории гравитации, почему вот два тела притягивают друг к другу, да, получили дальнейшее развитие уже у современных ученых. Ну, например, вот в современной физике сейчас модная теория, теория суперструн. У истоков этой теории суперструн стоял Аль-Бируни. Ну и тут можно назвать и таких ученых, как Мухаммеда Аль-Хорезми, который создал целую математическую науку алгебра. Химия – это тоже арабское слово, эту науку тоже мусульманские ученые инициировали и сыграли выдающуюся роль в становлении этой вот области знаний как науки. То есть зачастую в поисках и результатах научных знаний в основу ложится кораническое откровение, да, коранический текст. Да, совершенно верно, Асвар. Здесь можно привести очень яркий пример, как вот на основе изучения Корана была создана мусульманскими учеными такая наука, как криптография, тайнопись. Сейчас эта наука уже включена, основы науки включены в стандартные госпрограммы для университетов и колледжей. Это вот информационная защита, то есть безопасность информации.
И мусульманский ученый Аль-Кашканди в 13 веке написал 13 томов, и один из этих томов был посвящен этой науке. Именно в основу этой науки легли вот исследования текста Корана на основе частотного анализа. И вот на основе этого вот возникли первые научные основы для шифрования информации. Тут можно и сказать, что у истоков информационных технологий, то есть первый компьютер, как бы вот в такой логической форме, то есть первую логическую машину создал и Мухаммедин Аль-Араби, который работал в мусульманской Испании, в Кордове. Он сконструировал логическую машину, которая вычисляла бы истинность высказывания. Это вот прообраз современных компьютеров. Но, к сожалению, тут произошло некоторое недоразумение относительно первого открывателя. В истории науки известен такой факт, как вот испанский священник Раймонд Лули уехал в мусульманскую Испанию, чтобы обучиться наукам. Тогда международным научным языком был арабский язык. Он изучил в совершенстве арабский язык, учился у Аль-Араби, изучил его труды. Но потом, когда он приехал в Европу, он не сослался на него, все это он написал на латинском языке, и как бы за ним вот несправедливо закрепилось первооткрывателя первой логической машины. Но сейчас сами же западные ученые провели исследование, восстановили истину, и они вот отмечают, что очень отрадно, что имена возвращаются тем людям, которые по праву принадлежат эти открытия. А каким образом вера может реализовываться, не только в благих деяниях и добрых поступках, а реализовываться непосредственно на рабочем месте, в семье, в общении с людьми, во взаимоотношениях с своими родителями, со своими детьми? Проявление веры каким образом может здесь проявляться? Да, оно имеет много, скажем так, оно может выражаться в разных формах в нашей жизни. И именно этого выражения, именно вот этой веры, веры, практикуемой человеком, а не той веры, которой он ограничивается в своей душе, говоря, что он верит в Аллах, этого достаточно. Именно вот этой практикуемой веры и требует ислам. И как мы уже не раз говорили в наших передачах предыдущих, что ислам и вера не ограничивается, что лишь совершением молитвы в мечети. Нет, верой человек живет везде. То есть в чем она выражается? Это в различного рода деяниях. Это пусть это улыбка твоему брату, твоему соседу, пусть это молитва, пусть это помощь бедному, материальная помощь, пусть это благое отношение к своим родителям, пусть это воспитание своих детей и так далее. То есть вера имеет различные выражения и разные формы. К сожалению, наше время подошло к концу. Тема, которую сегодня мы с вами попытались обсудить, не укладывается в рамки одной передачи. В следующих программах «Азан» мы продолжим начатый разговор. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир вам, милость и благоденствие от Аллаха.